Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Арби, и сегодня мы обозреваем игру Boogeyman. Довольно-таки неплохая игра. Страшилка, хоррор. Играем мы за маленькую девочку, которая вот наш, собственно, Boogeymanчик. Так, я на английском особо не понимаю, так что я заранее посмотрел переводы. Тут сказано, что испугав Boogeymana, вернее, посветив на него, нам выпадают батарейки разных, три варианта. Красная, зеленая, синяя. Синяя самая лучшая, красная самая плохая. Вот, они выпадают под кроватью. Так, это мы пропускаем. Вступление неинтересное, как он ползает по шахтам. Так, вот, мы сидим на кровати. I'm Alicia, and if you've это что? Unfortunately only stumbled так, across это мы during the dark, увеличиваем, probably watching фокусируемся, right now. Так, это заглядываем под кровать, I left a flashlight under the bed, if you've not already found it. Нажимая на мышку, I'm scared of. Так, где-то ушел отсюда. The Boogeyman. Нажимая на мышку, мы, в общем-таки, включаем фонарик. You'll need to learn to fight this так. By yourself. Ну что-то наш фонарик сам по себе так сгорает, мне кажется. They're kind of mixed up, sorry. Или мне кажется. If you can last long enough, надеюсь, мне всего лишь кажется. Like о! Лапу убрал! Урод такой. Так, теперь посмотрим, есть ли батарейка. Так, отлично. Вылазь, 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 давай! Блин, не вылази. Отлично, вылезла. А почему так много батареек-то выпало? Непонятно. Ну, в любом случае, для нас это хорошо. Правой кнопкой мыши, кстати, она лезет под кровать. Вот время наше. Нам нужно продержаться, походу, до утра. Так. 1:22. И время идет как секунды. Минуты как секунды. Alicia, come on. Так. You know you shouldn't be out of bed, Al. Mom and Dad will get angry again. Oh, stop being a baby. Now close your eyes and count to 10. Где ты? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну давай. 7, 8. Я тебя жду. 10. Так. О, вот он. Убрал лапы. Обезьянка такая, блин. Фу. О, сова. Страшная сова, некрасивая. Давай, давай, давай. Вылазь, маленький поганец. Ну где ты? Так, батарейки, фонарики очень быстро садятся, так что... Че это тут у нас лапа немытая? Урод. Так, батарейки. Отлично. Вылазь давай. Вот, отлично. У нас прям полный заряд. Где, где, где? Где, не понял? Это откуда? Самолетики у нас тут ездят по полу. Так, ну да ладно, уже 3 часа. Самый трэш, видимо, начинается уже. Где ты, шкура? А он знает, интересно, что за домогательство к маленьким девочкам можно сесть в тюрьму. Аж на 8 лет. Где ты? И, кстати, под кровать лучше заглядывать только после того, как вы его испугали. И лучше сразу. А то он может под кроватью появиться. Чё это? Радио? Это он типа так отвлекает. Ну не тут-то было. Я-то начеку. А,
Лапы убрал. Урод. Теперь под кровать. За батарейкой нету. Ладно. Видимо, нужно дать ему побольше залезть, чтобы получить батарею. Ну да ладно. Сейчас разберемся. Уже 4:25. И думаю, скоро он должен... Скоро, вернее, настанет утро. И он свалит. Я точно не знаю, есть ли тут какие-то уровни. Или тут одна комната всегда. Где? Вот он. Убрал. Так, теперь быстро подкрывать. Что-то она прям сразу вылазит. 4:57. Надо экономить батарею. А то еще поймает нас. Будет нехорошо. Ушел отсюда. Я не пойму, почему она не лезет под кровать. Ага, вот. Но батарейки нам все равно не дали. Это плохо. Ну, 3 полных у нас осталось. Так что ждем. Прислушиваемся, и рекомендуют играть в наушниках. Так что делайте звук погромче, одевайте наушники. Тут нужно прислушиваться. Так, ну давай, давай. Где ты? Я тебя не слышу, урод. О, ну все. 6 утра. Вот и наш будильник. Такой прям скворечник. Так, следующая ночь. Сразу проверим следующую ночь. Ну давай, как-то немного подвисает. Так, вторая ночь. Отлично, у нас идет дождь, и нам будет, видимо, труднее прислушаться. Это совсем не радует. Сейчас только 12:15. No, I don't like it when you hide in there. И опять эта мелкая начала болтать. Ну хотя бы иногда сверкают молнии, чтобы мы могли его заметить, не светя фонариком. Так, ясно, сейчас он откуда-то появится. Вот. Шел тут. И лучше не давать ему открывать полностью эту дверь, или окно, или шкаф, или вот эту вентиляцию, потому что он может в дальнейшем по-тихому пролезть. Смотря на свет, как-то приглушается все. Смотря в темноту, как-то улучшается. Вот. Видели его? Урод еще тот. Мартышка. Знакомая мартышка, честно говоря. Только не помню, где я ее видел. Где ты, где ты, где ты? Бугимен. Это что у этой лягушки? Луна, что ли, какая-то? Вот он. Ушел отсюда. Ну. О, сова прилетела. Не лезь туда, блин! О, батарейка нам выпала. Но взять я ее, походу, не успел. Ну, не суть. У нас еще много. Нам еще хватит. Так, сейчас 2 часа ночи. Где, где, где? Я не вижу. Или появилось еще одно место, откуда он может появиться? Ну, вроде нет. Так. Вот он. Блин, урод еще тот. Вот наш самолетик. Все, блин. Как было. А, тут, походу, сколько пройдешь, столько пройдешь. Ничего не меняется. Но если только
левые шумы, или появляется он часто или не часто, и все такое. Влазь давай. Вот. Но он чаще стал появляться к этому времени. Так, у меня часы выключились? Нет. 3:08. Ну, как-то на улице светло. Если смотреть вот туда... Так, где это? Вот он. Ушел. Отлично у нас. Мы подобрали еще одну батарейку. Пополнили наш запас. Так, вот он. Ну, если даже... Поскольку там в 6 утра, по-моему, светлеет. И если он даже нас не поймает, хоть попробуем. Я просто тупо не буду включать фонарик. И пускай он нас поймает. Посмотрим. Как это, что это? Не сказать бы, что игра страшная. Это как... Не знаю, просто хочется пройти, что ли. Как состязание какое-то. Вот он. Очередной раз у него ничего не получилось. Ну, время наше выходит уже. И нужно нам его впустить. И посмотрим, как это будет. Так. Это что было? Где-то мячик упал, что ли? Да, вот. Упал мяч. Сейчас мы впустим эту тварь. Так, что-то он ни разу со шкафа не лез. Ну давай, где ты? Ты тебя просил телевизор включать. Этот телевизор, кстати, включили, чтобы нам хуже видно было. Ну и шум, естественно. Так, вот он появляется, и мы подождем. Посмотрим, каково это. Что-то он ушел. Ну ладно. Что-то... Вот, еще раз появляется. Так, я его пугать не буду. Надеюсь, он меня тоже. Так, ну давай. Где ты? Где ты? А, вот. Еще и открылось. Так, что-то... А, все, утро. Ну, вот. У него ничего не получилось. Я ему даже не мешал. Ну, сейчас надо будет попробовать, чтобы он нас сразу поймал, не мешать ему. О, у нас на улице туман. Неплохо. Но все равно как-то ничего не меняется, кроме дождя, тумана. Ее немножко совсем чаще появляется, и все. I can't sleep. What if he's under there? Fine. I'll check it if it makes you stop pestering me. See? Nothing. He's under your bed, Alicia. Help me! You're too easy to scare, Alicia. Now go to sleep, otherwise I'll say the words that make him come. Please don't. I'll go to sleep. Старается позитив не терять. Так, ладно, теперь он, наверное, отсюда вылезет. Да, вот он. Вон его глазки. Уродец. Так, ну давай. Откуда ты появишься теперь? Что это было? Ну давай, где ты? Я ему уже не мешаю, он, блин, не приходится. Я тебя жду. Бугимен. А, вот он.
Блин, автоматически включил, блин. Так получилось. Но убегает он быстро, очень даже. Вот он спускается. Какой красавчик. Ну давай уже, пугай нас. Да, это было страшно. Ну, возможно, сидя в темноте и прям включить громкость на всю, сосредоточиться на игре, не комментировать ее, возможно, будет страшно. Могут быть неожиданные моменты, я соглашусь с этим. Но все же игра не очень страшная. Ну, в любом случае, кому-то она может понравиться. А если понравилась она вам или нет, в любом случае ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я старался. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Let it go, 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 let it go